покрутитесь, покажитесь. Андераки, которым больше, чем по 100 год. Наши подруги закопали их у куфра, адмоли, навото двойные закопали куфра и целые у лесика вздыховать. А уже кашули и фартухи нам пришлось обновлять, потому что не заховались. И мы шили с соправдного бабулиного полотна. А кто ведает вот на голове, что это, как это называется? Як? О! А, это ж это коллеги из музея. Гэтых не подбаня. Правильно, скиндочка. Але что цікаво, что яе, пока дзяўчына была дзяўчынай, называли скиндочкой. А калі яна становилась, выходила замуж, то гэта скиндочка перашывалася на чапец. Вот гэтыя хвостики пераходзілі наверх, зашываліся тут. И гэта был той самы павойнік, які завязывали платком. Ну, Ульяне ще рано замуж. Пока красуется. Скажи, ласка. А зараз цікавы танец. Называется Микита на ёмочниках. Те самые ёмочники.
песні пачатку лета і касьбы, ну што-небудзь таксама летняе. Таксама заходняй Беларусі, заходнебеларускага палесся, вёска Лелікава. Уже на ясивы вод. Уже Yeah!